Бормашина существовала не всегда, но это не останавливало попытки древних врачевателей проникнуть внутрь зуба. В 9 веке до нашей эры народы майя делали это с помощью медной или нефритовой трубки, похожей на соломинку для коктейля. Для того, чтобы просверлить отверстие, трубку вращали руками или при помощи веревки. В качестве абразива использовался мелкотолченый кварц. Технология вполне позволяла вырезать в зубах идеально круглые отверстия. Об ощущениях пациента во время процедуры история умалчивает. К счастью, сегодня стоматология стала одной из самых комфортных и безболезненных областей медицины. Хотите в этом убедиться? Смотрите наш следующий сюжет. 15 лет назад в Оренбурге появилась одна из первых стоматологических клиник, открытых частно практикующим врачом Лидией Петровной Ханиной. Очень скоро клиника стала невероятно популярной среди пациентов, которые знали, в Лика Плюс их ждет индивидуальный подход, европейский сервис и высочайший профессионализм докторов. Я являюсь постоянным клиентом этой замечательной клиники, практически со дня ее основания. Сегодня в клинике все так же много пациентов. Дело Лидии Петровны продолжила дочь, врач-стоматолог Екатерина Ханина. Мы не просто лечим качественно и хорошо, мы создаем форму. Она настолько красивая и функциональна, что наши реставрации порой тяжело найти в полости рта. Художественные реставрации выполняются итальянскими материалами с использованием специальных силиконовых кисточек. Помимо восстановления зубов, в Ликоплюс занимается исправлением прикуса – у взрослых и у подростков, проводят раннюю профилактику деформации зубных дуг, ведь это залог успешного результата. Лечение проводится специальными ортодонтическими аппаратами, традиционными брекетами, а также прозрачными элайнерами. После диагностики и компьютерного моделирования улыбки изготавливается индивидуальный набор кап. Это избавляет пациента от необходимости часто посещать врача и от любых неудобств, связанных с ношением брекетов. Я выбрала систему Invisalign, потому что она больше мне подходила, то есть незаметные капы, дискомфорта никакого нет, болезненности нет, не стесняясь улыбаться, разговаривать, общаться с людьми. С радостью встречают в Ликоплюс и самых маленьких пациентов. При необходимости здесь проведут ортодонтическое лечение, коррекцию уздечки, а еще расскажут о правилах ухода за полостью рта, подберут профессиональные средства для домашнего использования. Стоматологическая клиника Ликоплюс предлагает вашему вниманию широкий спектр профессиональных средств по уходу за зубами. Швейцарская продукция CuraProx, а также итальянская серия зубных паст BioRepair, зубные ёршики, флосы, ирригаторы. Профессиональные средства для домашнего ухода помогут сохранить и продлить эффект от стоматологических процедур. Новейшие технологии лечения и отбеливания, эстетическая стоматология, протезирование элит-класса и швейцарская гигиена. Стоматологическая клиника Ликоплюс. Нам 15 лет! Бытует мнение, что кресло или диван на пружинах всегда надежнее и комфортнее, чем диван на поролоне. На самом деле, спальник дивана, изготовленного по самой простой и дешевой технологии, пружины Банель, недорогая ткань плюс 15 сантиметров поролона, обычно проваливается уже через 4-6 месяцев после начала эксплуатации. Обо всем этом вам не расскажут в мебельном магазине, зато расскажут мастера по перетяжке мебели. Внимание на экран. Новая жизнь старого дивана. С чего она начинается? В доме идет ремонт? Появляются дети? Друзья все чаще остаются с ночевкой и нужно достойное спальное место? Какими бы ни были причины, побудившие вас дать старой мебели новую жизнь, в первую очередь необходимо определиться с фирмой, которой можно было бы доверить это большое и важное дело. На наш взгляд, стаж работы более 40 лет может стать решающим фактором. Поэтому мы отправляемся в мебельный салон-мастерскую «Диван-проект». Тысячи оренбургских диванов обрели здесь второе рождение, и телефон фирмы клиенты передают своим родственникам и друзьям как истинную фамильную ценность. В «Диван-проекте» не просто меняют обивку, предлагая на выбор сотни решений и вариантов мебельных тканей, но и проводят полную модернизацию диванов, делая мебель не только красивой, но и современной, удобной и надежной. Любую мягкую мебель здесь могут изготовить на заказ по фотографии из
журнала, например. Фирма также работает с дизайнерами помещений и воплощает в жизнь любые художественные замыслы. Кроме того, здесь подскажут, какая форма мягкой мебели является самой актуальной. Специалисты диван-проекта посещают все престижные мебельные выставки международного уровня. В кратчайшие сроки и с неизменным качеством здесь изготовят мебель для ресторанов, отелей, банков, учреждений и организаций любого статуса, от недорогой до элитной, выполненной из натуральной кожи, украшенной каретной стяжкой и стразами. Проведут оформление стен мягкими панелями в тон мебели, сошьют профессиональные чехлы на диваны и кресла. Для диван-проекта нет ничего невозможного. Всегда в наличии недорогие диваны стоимостью до 10 тысяч рублей. Мастера диван-проекта занимаются также изготовлением кроватей. Здесь же вы можете выбрать и заказать матрас любого размера и формы, на матрасники, одеяло и подушки. Услуги грузчиков, подъем мебели в квартиру, вызов мастера – все эти услуги оказываются бесплатно. Что ж, я думаю, теперь у вас не осталось сомнений, с чего начинается новая жизнь старого дивана. Разумеется, с вашего звонка в мебельную мастерскую «Диван-проект». Как известно, лучшие работники больше всех работают и больше других отдыхают. Поэтому корреспонденты нашей программы никогда не уходят в отпуск. Зато у лучших работников города появляется отличная возможность узнать о заведениях, в которых можно по-настоящему хорошо отдохнуть, от работы в том числе. Подробности прилагаются. Спросите у любого человека, что такое настоящий отдых, и он обязательно вам ответит. Отдых – это хорошая компания, свежий воздух, вкусная еда, здоровый сон, баня, тепло и гостеприимство. И вы можете быть уверены, все это вы непременно найдете в клубе отдыха «Руслан». Расположенный в стороне от дорог, городского шума и пыли, он в первую очередь поражает гостей большой ухоженной территорией. В летнем парке словно оживают сказочные персонажи – и представьте только, сколько красивых фотографий можно сделать на фоне скульптур, фонтанов и мостиков. И какой шикарной будет выездная регистрация, во время которой площадка, арка, шатры и аллеи украшаются цветами и нежными воздушными бантами. Для большого торжества предназначен зал банкетный, вместимостью до 150 человек. При заказе банкета в Руслане вас ждет множество специальных предложений и приятных сюрпризов. Напитки, сладости для чайного стола и закуски – можно принести с собой. В счет не включается стоимость обслуживания. Молодоженам предоставляется VIP-номер в подарок. А если ваша свадьба или банкет проходит в будний день, вы получите скидку 20%. Клуб отдыха «Руслан» – это еще и сауна, которая топится настоящими дровами, большой теплый бассейн с водопадом и комната отдыха с бильярдным столом. Стоит отметить, что комплекс обслуживается собственной артезианской скважиной, поэтому и питьевая вода, и вода в бассейне кристально чистая и свежая. Уставших, но непременно довольных гостей можно разместить на отдых в гостинице комплекса. Обо всем необходимом позаботится внимательный и квалифицированный персонал, а вам останется только наслаждаться. Наслаждаться хорошей компанией, вкусными блюдами, добрым паром и настоящим отдыхом, который вот уже много лет дарит своим гостям клуб отдыха «Руслан». Состояние зубов является не только эстетической проблемой. Кариес, например, как источник инфекции, может вызвать заболевание сердца, а причиной плохого пищеварения вполне могут стать выпавшие зубы, поскольку желудку приходится брать их функции на себя. Для того, чтобы этого не произошло, современная имплантология предлагает массу приемов. Об одном из самых эффективных и доступных расскажут наши корреспонденты. Который год подряд мы рассказываем зрителям о новых успехах и предложениях от стоматологии «Жемчужина» на Салмышской. Казалось бы, сегодня сложно инвестировать в инновации. Однако известная оренбургская клиника придерживается другого подхода к работе и по-прежнему предлагает пациентам только самые престижные новинки мировой стоматологии. В этом сезоне «Жемчужина» на Салмышской представляет премиальную серию имплантатов «Мисс С1». Это продукция израильской компании
Мис, одного из мировых лидеров в производстве дентальных имплантатов. Сегодня Мис – одно из самых технологичных и современных предприятий, славящееся многоступенчатой системой контроля качества. Не случайно имплантационные системы Мис показывают высочайшие результаты при проведении самых престижных исследований независимых международных экспертных организаций. Премиальная имплантационная система Мис C1, которую жемчужина на Салмышской ввела в перечень своих услуг, является одной из самых современных в мире. Ее особенность – инновационное коническое соединение, сочетающее уникальные хирургические и ортопедические преимущества. Микро- и макрогеометрия имплантата, точность хирургического инструментария и уникальный протокол проведения имплантации обеспечивают абсолютную фиксацию, сохраняют костную ткань и делают систему Мис C1 идеальным вариантом для имплантации в узком пространстве, ограниченном соседними зубами. Имплантаты Мис C1 позволяют восстановить как один утраченный зуб, так и ряд зубов, являясь прекрасной альтернативой мостам и протезам. Имплантацию проводит опытный хирург-имплантолог Бондарь Константин Владимирович. Он прошел все необходимые обучения по данному виду имплантологии, что подтверждается соответствующими сертификатами. Но самое главное – это, конечно, цена. Базовая стоимость имплантации одного зуба современным премиальным имплантатом Мис C1 составляет 19 тысяч рублей. Это не дороже альтернативных видов лечения имплантатами предыдущего поколения, но намного комфортнее, безопаснее и долговечнее. А поэтому следуйте примеру клиники «Жемчужина» на Салмышской. Инвестируйте в престижные новинки мировой стоматологии и наслаждайтесь превосходным результатом. Прическа и макияж ведущий – салон красоты «Ля Санте».